«Учись, студент». В преддверии Татьяниного дня региональные полицейские традиционно приглашают учащихся ивановских колледжей познакомиться с работой различных подразделений. Сегодня студенческий десант высадился в управлении ГИБДД. Цель акции понятна. Во-первых, провести, так сказать, профориентацию среди этих студентов, поскольку они в основном все учатся на юридических факультетах, юридическая специальность. Поэтому, возможно, придя на такие экскурсии в подразделение органов внутренних дел, они не только смогут посмотреть, как это выглядит изнутри, но и, возможно, в чьей-то жизни это сыграет решающую роль, и кто-то, возможно, пойдет служить в полицию. Участники акции – студенты третьего курса юридического колледжа и вполне могли бы после выпуска трудоустроиться в правоохранительные органы. Но знание законов и профильное образование – не единственные критерии отбора на службу в полиции. Чтобы стать инспектором дорожно-патрульной службы, нужно быть в хорошей физической форме и отличаться стрессоустойчивостью. На дороге приходится иметь дело с разными типажами водителей. Никто не должен вывести полицейского из равновесия. Но даже такой перечень требований не испугал тех, кто действительно задумывается о профессии дорожного полицейского. После окончания колледжа можем сразу поступить, учиться, обучаться этому делу, конечно, очень интересно. Всегда нас обучают этому, постоянно на парах нам говорят об этой работе, и, в принципе, очень интересно. Цели – показать работу госавтоинспекторов такой, какая она есть, без прикрас организаторы акции добились. Тут как нельзя кстати оказалась морозная погода. Дорожные полицейские не покидают пост, несмотря на капризы природы. Ощутить это на себе пришлось и студентам. Такой естественный отбор. Тем, кто не готов к этим условиям труда, стоит искать для себя другую вакансию. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.